За весенний период, когда наблюдался пик заболеваемости, мы наработали хорошую медицинскую практику в борьбе с коронавирусом. И тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам ни спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы не изолировали людей, не закрывали их, что мы им рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, в магазин, ну ты обязательно возьми с собой маску. А сегодня все говорят, что именно так надо поступать. То есть мы наработали тот бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать. Обязательно. Минздрав должен рекомендовать людям, как себя вести. И личная гигиена, и транспорт надо смотреть, магазины, аптеки, куда люди ходят, там рестораны, кинотеатры. Только давайте не будем рекомендовать людям то, что в принципе невозможно в жизни. Я хочу, чтобы вы понимали, опять же, мою позицию, я ее высказываю публично. Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен. Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте или в феврале, или в апреле, у нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты у людей. И опять же, это не выбор между плохим и совсем плохим, или плохим и хорошим. Нет, жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем.